Всем привет-привет! Спасибо большое, что зашли на мой канал AliExpress Live. Сегодня мы с вами будем делать распаковочку по ссылочке заказа на китайском сайте AliExpress. Извините за шорохи. Ну, решила распаковать вместе с вами. Я думаю, что это мне пришли гель-лаки. Да, это гель-лаки. Вот сколько я их себе заказала. Сейчас будем делать с вами выкраску. Люблю, когда у меня приходят посылочки с гель-лаками. Подарок. Положил продавец вот такую ленточку голографическую. Уже приятно. Итак, тут я заказала себе термогель-лаки. 4 штучки. И цветные. Штучек и заказала топ обычный матовый топ и базу будем с вами тестировать. Так, я уже приготовила ромашку, сейчас будем делать выкраску цветных гель-лаков. Давайте сначала посмотрим, как по консистенции база. Вот все я заказывала у одного продавца. Цена на них небольшая. Ссылочки я, как всегда, оставлю. Вот такая база 10 мл. Баночки не стекло, это пластик. Баночки пришли полные, как видите. Запах обычный. Вот такая кисточка нормальная, ничего нигде не выступает. Вот такая база. Давайте еще консистенцию. Консистенция, я бы сказала, в меру не жидкая и не густая, нормальная. Вот так она тянется. Посмотрим, как будет в носке. Топ заказала матовый, вот такой топ. Доставка на них около 3 недель. Вот, так. Ну, вот такая же консистенция, как и у базы, я бы сказала. И топ без липкого слоя. Также у продавца есть топ с липким слоем. Топ, видите, отлично тянется. Баночки полные, все пришло целое. Это уже радует. Хотелось бы, каждая баночка была в упаковке, но что захотеть за такую цену. Так, давайте мы с вами выкрасим гель-лаки. Цвет под номером 35. Это белый, полный, как видите. В обзорах читала, что плотные цвета. Сейчас посмотрим. Вот такой белый. Хорошо выравнивается. Цвет под номером 35. Дальше следующий. Так, у нас будет цвет под номером 36. Это черный. Баночка полная. Вот
отлично ложится на ромашке в один слой, просто прекрасно, хорошо пигментирован. Дальше номер 19. Ух ты, какой красивый красный цвет, посмотрите, вообще класс. Баночка немножко отличается от предыдущих. Сейчас вам сравню их вместе по надписи. Вот так. Ну, объем одинаковый. Жаль только, что нигде нету срока годности на гель-лаках. Только заявлено 10 миллилитров. Смотрите, какой красивый цвет. 19. Вообще класс. Красный, алый цвет. Дальше. Цвет под номером 44. Красивый розовый. Я бы сказала, фуксия. Барби. Барби. Класс. Красота. Просто вообще эти два цвета суперские. 44. И главное, очень хорошо ложатся даже в один слой. Но думаю, на ноготках будет достаточно двух слоев. Мы с вами протестируем попозже в маникюре. И цвет номер 28. Это вот такой не то синий. На камере больше синий. Вижу, что какой-то не синий, не серый мне. Действительности, а на камеру передает больше, ну тут подальше видно больше цвет, лучше, я бы сказала, потому что вблизи камера передает синий, а в действительности вот такой, как сдаля на ромашке, вот такой красивый цвет, нравится мне, красивые цвета. Еще раз повторюсь, цвет под номером 28. Но эти цвета, два, красный и розовый, вообще суперски. Так, дальше мы с вами будем наносить термогель-лаки. Эти я выкраску уже вам сделала. Вот такие цвета. И сейчас будем наносить термо. Вот такие четыре штучки. Это уже от VIP. Это MDSKL, это от VIP, написано шеллак. Так, буду наносить на типсу, так чтобы с вами проверить, как меняет цвет в воде. Так, консистенция у них одинаковая, цвет под номером 21. Посмотрим. Термогель-лаки не очень плотные. У меня есть термогель-лак от IM. Но эти, как по мне, немного плотнее. Хорошо ложится. Думаю, 2-3 слоя будет достаточно. Итак, цвет под номером 21. Вот такой фиолетовый, я бы сказала. Лампу сушу на 30 секунд своей лампе. Sun 5X буду сушить. Дальше цвет под номером 15. Наклейка отклеивается. Этот цвет уже идет с шиммером, вот такой. Красивый. Блесточки. Вот такой. Поближе вам поднесу. Дальше лампу. Цвет 15. Дальше 27. Я сейчас без вас еще накрашу по одному слою. И уже с вами будем смотреть, как они будут
менять свой цвет при теплой и холодной воде. Так, вообще красивый цвет, какой-то нюдовый, что ли, красный, 27. Укрывается, я бы сказала, плотность вообще хорошая, как для термогель-лаков. Цвет номер 27. Немножко, так, еще раз разровняю, задела своим ноготком. Так, так. Лампу 27 и цвет под номером 18. Так, также с шиммером. Вообще люблю всякие блесточки. Трасики, чтобы ярко было все. Вот в один слой цвет под номером 18. Итак, я просушиваю. Сейчас вам покажу, как они все легли в один слой после просушки. Вот. Вот так они выглядят после просушки. Я их уже подписала, цвета, номерки. Так что не путаться, сейчас без вас нанесу еще в один слой. Итак, я уже нанесла в два слоя, просушила в лампе. Вот такие цвета у меня получились после просушки. Это теплый цвет. Сейчас я возьму воду и будем с вами их проверять, как они быстро или не быстро реагируют на температуру. А еще хочу вам нанести вот этот матовый топ на таком цвете 823 от GD Coco. Хорошие гель-лаки, ссылочку на них также оставлю. Стеклянная баночка, как видите. Номерки у них сзади. Тут 8 мл, тут 10. Посмотрите, какая разница. Но мне эти как раз MDSKL напоминают что-то консистенцию от GD Coco. GD Coco также очень плотные цвета. Итак, вот этот цвет. Сейчас я нанесу матовый топ. Посмотрим, как он меняет цвет вместе с вами. Видео сегодня у нас получится немного длинное. Сами гель-лаки мне очень понравились. Тем более за свою цену. Так как GD Coco идет дороже, эти вообще суперски. Нанесла в один слой и в лампу. Итак, уже я просушила вот такой цвет. Очень красивый матовый топ. Посмотрите. Отлично. Вообще супер. Понравилось мне вот этот матовый топ. Посмотрим, как будет в носке. Дальше. Цвета я уже просушила. Вот такие они теплые. Нанесла их в два слоя. Сверху нанесла топ. Вот так они выглядят сразу после сушки. Нанесла я вот этот топ без вас. И сейчас мы будем ложить их в холодную воду. Вот. Быстро поменяли свой цвет. Сейчас теплые. Вообще отлично, суперски. Вот, давайте по одному. Цвет номер 27.
Вот такой розовый к бордовому переход. Суперски. Вообще мне эти гель-лаки очень понравились. Дальше. Цвет под номером 21. Вот такой переход. Розовый к фиолетовому, я бы сказала. Дальше. И отлично перекрылись в два слоя на типсе. Это цвета 2 с шиммером. Это цвет номер 18. Холодный и теплый. Еще раз холодную воду. Вообще быстро реагирует на температуру. Суперски шиммером. Вообще класс. И цвет номер 15. Красивый очень цвет. Холодный и теплый. Голубой. К фиолетовому, темному такому. Очень красивый. 15. Очень мне понравились эти гель-лаки. Матовый топ вообще суперский. Цвета также отличные. Очень мне понравился вот такой розовый. И красные цвета. Красивые. Плотность у них отличная. Всем спасибо, кто досмотрел мое видео до конца. Кто еще не подписался, подписывайтесь. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.